Нужно брать эту, здесь меньше пробега. Мне не важно, главное, чтобы была красненькая. Для нас важно, чтобы дешевле было. Знаешь, что такое важно? Это партроники. Вот как я без них буду парковаться? Ты вообще понимаешь? Что вы тут делаете? Ой, Валера, машину выбираем. Так а что вы паритесь? Взяли бы там, где мы с Аней брали, и все. Выгодно, удобно, комфортно. А где Аня? На работе. Так вы брали обычно, мы хотим электрокар. Ну да, это сейчас модно, за экологию. Нет, так там вы можете электрокар себе выбрать. Тем более, они сейчас не растамаживаются. Серьезно? В Сливках есть акция. Еще и на услугу по подбору авто из США вы получите скидку. Так, мы уже на месте. Иришка уже выбирает машину себе. Я хочу красненькую, пожалуйста. Мы ищем электрокар. Правда ли, что там сейчас нулевая пошлина? Совершенно верно. Раньше, чтобы ввести и растаможить электромобиль, надо было заплатить 15% пошлины и 20% НДС. Сиденек немного, может, посоветуйте что-нибудь недорогое? Смотрите, электромобиль можно рассматривать в бюджете от 8. О, это нам подходит. А покажите нам какие-нибудь варианты. Бюджет начинается с 8, но даже за 7500 можно взять такой вариант. И от 25 можно рассматривать Tesla Model 3. На картинках, конечно, хорошо, а если мне вживую не понравится? Это не проблема, наша компания сможет сделать для вас тест-драйв. Туда погнали? Как заряжать электрокар? На самом деле это уже не проблема. По Минску уже давным-давно построили сеть заправок, а если вы живете в частном секторе, то это и того проще. Рассказываю, как завести Теслу. Берете карточку, подносите ее сюда, смотрите, открывается. Нажимаете кнопочку, хватаетесь за ручку. Да, садитесь, открываете дверь. Вон там есть тормоз, нажимаете на него и карточку кладете сюда. Смотрите. Я давно уже тут сижу. Как ты здесь оказалась?